Огромная емкость за моей спиной – это аэротенк. В нем живет активный ил – бактерии, которые поедают вредные канализационные отходы. Новые аэраторы позволят насытить воду кислородом намного лучше и, соответственно, лучше ее очистить от всех примесей. Всего таких отремонтированных аэротенков 4, их глубина 5 метров. На дне каждого проложено несколько труб аэраторов, через которые в канализационные воды под высоким давлением поступает воздух. В них количество отверстий и их направление оптимизировано так, что вода насыщается равномерно, что позволяет бактериям перерабатывать вредные примеси гораздо лучше и быстрее. Мы сейчас находимся на третьей очереди. Третья очередь у нас самая большая по производительности, это порядка 80 тысяч кубов в сутки. Значит, первую часть коридоров была выполнена в прошлом году. Четыре секции сделали вот текущей осенью. Значит, суммарно мы потратили порядка 9 миллионов. Эта система позволит эффективно очищать сточную воду, ну и, соответственно, повысить надежность с точки зрения экологических всех наших проблем. Насколько чище станут сливаемые в ЦНУ сточные воды после таких изменений, станет известно в ноябре, когда проведут контрольные замеры. В этом году, если позволит погода, здесь планируют точно так же модернизировать систему аэраторов в емкостях второй очереди. Ну а в целом предприятие планирует масштабную модернизацию всего комплекса очистных сооружений Тамбова. В ближайшие месяцы начнут проектирование, а сама реконструкция планируется примерно через 3 года. Ее стоимость не менее 5 миллиардов рублей. Эти средства компания надеется получить из федерального бюджета в рамках нескольких целевых программ. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей».